Ну, похлопай, похлопай мне. Ура! Ну, теперь подарки я вам буду раздавать. Подарки. Так. Первый кому дадим подарок? Мне! Сиварочке дадим. Почему? Потому что она... Первый рассказала. Да, первый рассказала. И потому что она девочка. Правильно? Да, конечно, я могу. Ох ты, молодец. Ой, какая красавица. Она у нас принцесса, ну-ка. Дедушка Мороз. Принцесса. Сиварна мама нам помогает. Да. Так, дети, отойди, пожалуйста, дети. Вот стойте здесь. Очень. Какое приветствие? Это который будет принес? Нет, нет. Так, так. Нет, это совсем другое. Принес. Нам подарки принес. Ура, Дедушка Мороз, какой молодец. Который? Вот это. Вот это. Так, Сиварочка, это тебе. Да. Ура, похлопай. Ура. Что надо сказать? Кому дадим? Как его? Донику. Донику. Почему? Ну, потому что он... Маленький. Он маленький еще, и хорошо. На, Доник, вот это тебе. Он так сказать. Доник, вот тебе подарок. Он так сказать. Подарок бери. Возьми, возьми. Доник, возьми, возьми. Спасибо, Дед Мороз, скажи. Ура! Молодцы. А это и теперь самый лучший подарок нашему взрослому. Равшанчику, Равшанчику. Ура! Что надо сказать? Спасибо, Дима! Пожалуйста, пожалуйста. Равшанчик. Доня, урей, скажи. Урей. Все? Донику. Вот Донику. Воу! Доня, Доня, смотри. Доня, еще подарок. Еще тебе подарок. Воу! Вот, Донь. Донь, еще подарок. Еще подарок, Донь, возьми. Нет.